Janasya krishnad vimukhasya daivad adharma silasya sudukhitasya anugruhayeho charanti nunam bhutani bhavyani janardanasa Janasya krishnad vimukhasya daivad Adharma sila sasudukhitasya anugruhayeho charanti nunam bhutani bhavyani janardanasya Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что те возвышенные личности, они обычно становятся целью нападения этих обычных глупых людей этого общества. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что те возвышенные личности, те, кто, возвышенные души, особенно те, кто гуру и вайшнавы, чистые гуру и вайшнавы, то они часто становятся целью атаки, нападения обычных глупых людей этого общества. На самом деле, если я хочу совершить какое-то идеальное служение для этого общества, не материальное служение какое-то, а хочу спасти их, если я хочу сообщить им о трансцендентном мире, если я хочу сказать то, что они должны знать, чтобы избавиться от такого обусловленного состояния, они могут напасть на меня. Это естественно. И если я хочу совершить какое-то хорошее, совершенное служение, все обычные люди этого общества, они нападут на нас. Это естественно, Джагнат Дас Бабаджи Махарадж, Парамахамса Бабаджи, он говорил, те чистые гуру вайшнавы, из их сильных слов харикатхи, они хотят помочь обычным людям избавиться от их обусловленности. Но, к сожалению, они думают, что они наши враги. Шрила Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж говорит, те чистые гуру вайшнавы, те, кто молятся о благе этих обычных обусловленных душ, а их боли, видя, как они страдают, находясь в этом материальном мире, Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж говорит, те чистые гуру вайшнавы, они не могут, они сострадают, видя их страдания. И из-за их сильных слов, которые могут помочь избавиться обычным людям, избавиться от обусловленности, но, к сожалению, такие люди иногда думают, что они наши враги, гуру вайшнавы, которые хотят помочь им, и это такое состояние этого глупого общества. И что же делать? Шрила Прабхупад говорит такие слова. И вот возвышенные личности, такие как гуру и вайшнавы, они находятся также в этом материальном мире. И не только они, если просто даже посмотреть на тех, которые хотят принести какое-то материальное благо обычным людям, то часто бывает, что обычные люди этого не понимают, что им какое-то благо хотят принести, и поэтому начинается волнение, какое-то беспокойство. Обычные люди возмущаются, не понимают, хотя даже какое-то материальное благо, если пытаться им принести. И вот Шрила Прабхупад говорит, те возвышенные
души, есть, для них это естественно, поскольку настроение гуру и вайшнавов и обычных людей, оно часто полностью противоположно. Желания и идеи этих обычных обусловленных душ, они противоположны идеям гуру и вайшнавов, и поэтому естественно, что они выступают против них. Если я хочу пойти на компромисс с майей, то тогда проблем не будет никаких. Если мы хотим, идем на компромисс с майей, то никто не может, не будет возмущаться нашим поведением, наоборот, будут хвалить. А если и вот из-за этого компромисса с майей никаких проблем не будет, наоборот, общество будет нас всячески поощрять. А если мы не одобрим то, что они хотят делать, или будем возмущаться тем, что они делают неправильно, то они будут возмущаться, и поэтому много раз. Шрила Прабхупад, он говорил, чтобы предотвратить неправильное течение этого общества, это такая внешняя неприятная обязанность Гаудиматха. Чтобы предотвратить неправильное положение дел в этом мире, это и есть внешне неприятная обязанность Гаудиматха. И поэтому никто не может понять, какова суть, цель Гаудиматха, что Гаудимат хочет сделать под руководством Нитянанды и наши гурваги, все наши гурваги, они вечные слуги нашего Нитянанды Прабху. И вот в этой шлоке, в этом киртане говорится, что лотосные стопы Нитянанды, они вечны. И наша гуруварга, она находится у лотосных стоп Нитянанды, и она тоже вечна. Оскорблять гуруваргу значит оскорблять Нитянанду. Будьте очень осторожны. Если у нас есть какое-то представление о гуру-татве, мы никогда не будем оскорблять гуру-татву и нашу гуру-варгу. А те, кто не знают это, они иногда оскорбляют и хотят как-то выставить своего гуру-дева превыше всех. Это глупо, поскольку вся вечная гуру-варга, она исходит из единого источника, она неделимая гуру-татва. Но суть в том, если я хочу пойти на компромисс с майей, то никто не будет возмущаться, все будут поддерживать всячески. Это естественно. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, я был вынужден говорить как-то жестко против тех обычных людей или так называемых преданных или преданных. Они думали, что я их враг, но в тот или иной день они смогут осознать, если их удача достаточно велика, они смогут понять. Те, кто следует адхарме. И вот опять же, не все понимают, что такое дхарма и адхарма. Дхарма значит. Вот это определение. Что все бесконечные миры,
они поддерживаются дхармой. Они буквально лежат на дхарме, поэтому можно вспомнить, в Бхагаватам мы находим, что Парикшит Махарадж, он, обходя свои владения, обнаружил одного быка, его звали Дармешвар, у него, он стоял на одной ноге. Он подумал, почему же так? Этот бык, он олицетворял собой дхарму. И эта дхарма, она теряет свои ноги, на которых стоит. Но осталось последнее качество сати, и она тоже потеряется, эта нога, олицетворяющая эту сатью. И как же весь мир может существовать, если все будут следовать адхарме? Гокарна Махарадж говорит, он дает совет отцу, своему отцу Атмадеву. Мы должны следовать настоящей дхарме, непрерывно, безупречно. Мы должны следовать дхарме и отказаться от локо-дхармы. Что значит это локо-дхарма? Такая общественная дхарма, телесная дхарма и умственная дхарма и прочие такие невечные, временные дхармы. Это то, что такие временные дхармы, это не дхарма на самом деле. И Атмадев, он спросит Гокарну, Гокарна, он хотел говорить об абсолютной истине. Он сказал, что ты должен следовать Бхагавад-дхарме. И это Бхагавад-дхарма. Бхагавад-дхарма значит Атма-дхарма, значит Джава-дхарма или Вайшнава-дхарма. Это все синонимы. И вот дхарма значит, если мы хотим получить настоящее значение дхармы, мы должны дхарма значит Бхагавад-дхарма. И если более точно, я хочу, если более точно мы хотим услышать, то тогда я могу сказать то, что сделано для Бхагавана Шри Кришны. Дхарма, вот в шастрах говорится такая шлока, что основа дхармы – это Вишну или Кришна, и все, что мы делаем для Вишну. Вишну значит Кришна. И все, что мы делаем для Кришны, или все, что связано с Ним, дама, нама, парикара, вашиштха, и все, все прочие правления Кришны, это вся Кришна-татва. Если мы что-то делаем для них, то тогда это зовется дхармой. И более ясно Бхагаван Шри Кришна говорит, что если кто-то говорит, что вы делаете какую-то дхарму, но если вы делаете это только ради меня, то это дхарма. Что это значит? Что я хочу сказать этими словами? Бхагаван Шри Кришна говорит, если вы совершаете какую-то адхарму ради меня, и вот если какие-то люди будут нас даже обсуждать, но если мы это делаем ради Кришны, мы должны думать о благе Кришны, а не о каком-то общественном благе или личном персональном благе. Мы должны думать о том, как мы можем сделать так, чтобы Кришна был доволен. И это изначальная причина баджана, показанная Нитянанде Прабху Баладевам.
И вот смотрите. Чтобы пролить милость на тех обычных людей, которые день и ночь испытывают какие-то страдания, наслаждения и прочие материальные временные вещи. И для них Ананта, Анучара, те посланники Господа, чистые гуру Вайшнавы, они путешествуют по этому миру. Если они видят, что кто-то пал, они пытаются спасти такого человека, как Нарутам Тако, он послезавтра день его явления. И вот какое же такое молитва к Господу. О Господь, если Ты поместил меня в материальную самсару, я совершил ошибку, и я прошу Тебя из-за Твоей беспричинной милости, если Ты возьмешь меня за волосы и вытащишь из этого. Бхавакуп, значит, колодец, буквально колодец. И вот народ там так просит Господа вытащить его за волосы из этого колодца материального существования. Нарутам, он разве не находится во Вриндаване? Он всегда жил во Вриндаване, но из-за их беспричинной милости они показывают нам пример, как сколько смирения должно быть в нашей жизни. Мы должны чувствовать, что мы буквально ничто, что кто мы на самом деле по отношению к этому безграничному миру, кто мы. И вот такое смирение, оно очень просто говорить о том, что смирение, что мы смирение, чем травинка, но в сердце осознать это гораздо-гораздо сложнее. Гуру Махарадж, он смеялся и говорил: «О, Баба, что я хотел стать вайшнавом, но когда я услышал об этой шлоке, что нужно стать смиреннее, чем дерево, и терпеливее, смиреннее, чем травинка, и терпеливее, чем дерево, то я понял, я не смогу этого сделать. They are going to establish a big idealism in front of this corrupted society. Because they are also corrupted. So what? No problem. Mayadri is the enemy of Mayadri. No problem. So we can explain. И вот мы можем объяснить случай о том, сколько смирения было в Нитянанде. Он первое Нитянанда, он первое проявление Гуранги Махапрабху. Или я могу сказать, Баларам — это первое проявление Кришны. Это то же самое. И вот сколько смирения Дживатма должна иметь. Кто скажет нам, Нитянанда? Почему мы, демоны, хотим напасть на Нитянанду, поскольку Нитянанда, он хотел даровать милость нам? Почему какие-то демоны, они нападают на Нитянанду?
поскольку Нитянанда, он больше, чем Гауранга, он хочет спасти нас. Мы буквально находимся в аду, но мы не можем обнаружить, что мы находимся в аду. Мы хотим бороться с Гуру Вайшнавами. Кто-то, говоря сладко, хочет доказать тем, что он великий Вайшнав, и это просто обман. И Нитянанда Прабху, он хочет спасти всех обычных людей. И многие становятся против Нитянанды. Как Джагай Мадхай, почему они напали на Нитянанду? Просто поскольку Нитянанда, он хотел спасти их. И это единственная причина. И поэтому они напали на него. И вот все гуру и вайшнавы, они пришли в этот материальный мир с этой трансцендентной обители. Они посланники Нитянанды, и они перемещаются по этому миру и смотрят, что происходит. И они хотят спасти этих обусловленных душ, они полны премы. Эти посланники Господа, према, она очень редка. Можно ее нельзя сравнить ни с чем. Кришна может дать нам какие-то небесные райские планеты, Суталу, Суталу уже дана Бали Махараджа, она выше, чем какие-то райские планеты, она более богата, более изысканна, но Господь говорит, что не просите прему, это такое сокровенное сокровище. Я не могу дать его вам, это наивысшее. Оно всегда защищено Майей. Майя не хочет дать нам прему. И вот Нитянанда... Это слог очень прекрасно. Нитянанда, он всегда полон премы. Он дарует прему всем, всем и каждому. Такова ситуация Нитянанды. Very nice. Now actually, Nityananda Prabhu. И вот сейчас Нитянанда Прабху. Есть много противоречий о лиле Нитянанды Прабху. Because Nityananda Prabhu is avadhir. Поскольку Нитянанда Прабху, он авадхут. There are so many contradictions about Nityananda Prabhu. Nobody can understand actually. И вот никто не может понять, почему Нитянанда делает то или все. Это много непонятного. И даже какие-то знаменитые писатели, они и то не понимают, они пишут кто тома книг, но могут даже писать в своих книгах, что они пишут, это по милости Гауранги Махапрабху. И вот они говорят о себе, что по милости Гауранги пишут что-то, но если посмотреть их писание, на это просто ересь. А обычно люди не замечают этого. И вот такие эти писатели иногда говорят, что Нитянанда Прабху никогда не может совершать расу, это невозможно. А почему? Но Вриндаванда Стакур, Вьяса, он Вьясадев Госвами, Гора Лилы. Вриндаванда Стакур Махаса пишет, что те риши муни,
они всегда против материальной расы. И они танцуют и восхищаются, слыша о расе Баладева Нитянанды. И вот Вриндаван Дас Тхакур пишет, что те, кто критикует какие-то материальные расы, они восхищаются, слыша имя расы Баладева. Then you are going to write book violating Gurudev, Vyasadev. You are going to violate Vyasadev, na? Whereas Krishnadas Gaudiya Goswami all the time praying unto the lotus feet of И вот Кришнадас Госвами, он молится лотосным стопам Вриндавандас Махашая. И Кришнадас Госвами говорит, что по милости Вриндавандас Тхакура Махашая кто-то может узнать о горе лили, читание лила Вьяс Вриндавандас. Много раз говорилось об этом. Гопад Падма, по крайней мере, 6 раз говорил, что Вриндаван Дас Тхакур Махашой говорит. Balaji Maharaj, Nityananda Balaji is last servant. He is speaking actually, I am giving so much argument, I am giving so much И document. Вот он говорит, что я даю так много свидетельств, аргументов, чтобы доказать великолепие и превосходство Нитянанды. Но все же, если кто-то не будет критиковать Нитянанду, и тогда я пну им его в голову. Пну его по голове, и все люди говорят, услыша это, что он нарушает правила и предписания, теряет свое смирение. Но это есть смирение Вриндаван Дас Тхакура. И вот Вриндаван Дас Тхакура Махашой, он хотел показать великолепие. Татвы Баладева Нитянанды Баларама всегда. И он прославляет всех, всегда Нитянанду. Он пишет прекрасную татву, и он составил If you want to go through Chaitanya Bhagavat, if you can go И вот Шрила Прабхупад говорит, что если вы хотите изучать читание Бхагавату под руководством чистых гуру вайшнавов, то тогда вы узнаете обо всех секретных, сокровенных вайшнава татвах и достигнете успеха. Шрила Сачитананда Бхакти, он такого говорит, что даже мы должны перестать читать читание Чайтамриту сейчас. Лучше вы изучайте читание Бхагавату, чтобы обрести бхакти, которая является сокровенным сокровищем. Каждый день мы должны изучать сочетание Бхагавату, чтобы обрести чистое бхакти. И там можно найти все лилы Нитянанды Прабху, когда и как Махапрабху, он давал наставление Нитянанде скрыто. Нитянанда Прабху, он изначально Гуру Таттва. That is why Gauranga Mahaprabhu wanted to И поэтому Гауранга Махапрабху хотел организовать систему Вьясапуджи. Это не то, что система Вьясапуджи была и только Гауранга Махапрабху начала ее. Нет, Вьясапуджи, она без незапамятных времен существует. Без Вьясапуджи ничто невозможно. Вьясапуджи — это нечто изначальное, что мы должны делать. Мы должны поклоняться Вьясе.
Гурупад каждую часть секунды, не только в день ухода и день явления Гурудевы. Настоящий могущественный преданный, он всегда думает о том, что мы должны поклоняться Гурупад Падме все время непрерывно. Непрерывное поклонение мы должны совершать. И вот Нитьянанда Прабху, он изначально Гуру Татва. Я не хочу говорить дольше об этом, поскольку о Расататве мы можем обнаружить Радхарани в итоге. Но Гуранга Махапрабху показывает, что Нитьянанда Прабху — это изначально Гуру Татва. И мы видим, что Гуранга Махапрабху организовал систему Вьяса Пуджи в доме Шивас Пандита. Vyasapuja hoive more i Bhamanar ghar. Bhamana mani Brahm. Bhamanar ghar. Is house. I can arrange. So everybody prepare, take preparation. Nityananda Prabhu was there. И вот Нитьянанда Прабху был там, и после этого Гуранга Прабху говорит. Vyasapuja procedure going on. Then in the meantime, что нужно все организовать, и вот Вьясапуджа происходила, и тем временем Нитьянанда Прабху с Малэ, он сказал, он сам Вьяса, и он говорит, совершайте Вьясапуджу, и Нитьянанда с Малэ, он ходил там и тут, смотрел туда и сюда. И Шивас Прабху сказал Гуранге: «О, Господь, смотри, он не хочет поклоняться в Ясе. Почему? Он только смеется, ходит туда и сюда». И в итоге эту малу Нитьянанда предложил Гуранге. Такова система. И вот Вьясапуджа началась в Шивасангане, чтобы показать значение Вьясапуджи. Мы должны совершать Вьясапуджи всегда. Нитьянанда, он Авадхут Саньяси. И вот когда Нитьянанда был маленьким в Экачакхадаме, то там один саньяси пришел в их дом. И вот он принял прасад, отдохнул в их доме и попросил нечто необычное. И Харе Пандит сказал: «Все, что хотите, даже жизнь мою могу вам отдать». Но когда он спросил, что хочет забрать его сына, Харе Пандит, он упал без сознания от такой просьбы. Поскольку Нитьянанда Прабху, он сердце всех. Даже в саньяс мантре Нитьянанда и вот Нитьянанда Прабху, он вынужден был уйти с ним. Это было организовано Нитьянандой без желания Нитьянанды, что может случиться. И когда Нитьянанда Прабху был в своей Бали-лиле, то можно найти, что со всеми друзьями Нитьянанда Прабху, он совершал Кришна-лилу все время. Иногда Рама-лила, иногда Кришна-лилу. Иногда люди, которые там жили, они думали,
что они какую-то драму производят. И вот ну, в общем, играют какой-то театр. И вот Нитьянанда Прабху совершил, совершил такую лилу, и однажды Нитьянанда Прабху, он явил лилу Баладева. И вот они... они боролись, и Лакшман без сознания, он практически умер, и Хануману сказали, что Вишала Карани какой-то привезти с Гималаев, иначе Лакшман бы помер без этого. И какие-то люди говорят, что Мегнатх, он выше, чем Лакшман, но это неправильно. И такие люди пишут всякую ересь про Лакшмана, но они не знают, что. Поскольку Брахмаджи, он благословил. Если Лакшман не был бы без сознания, то тогда благословение Брахмы было бы ложным. Лакшман, он сам Сакшат Нитьянанда. И кто-то хочет доказать что-то другое. И это факт, когда Нитьянанда, он являл такую бессознательную лилу. Нитьянанда, он... И вот... И, в общем, они повторили такую лилу, принесли это лекарство, растерли и дали этому Лакшману, и он очнулся, и так или иначе. Мы смотрим, когда этот саньяси пришел, чтобы Нитьянанду забрать, то Нитьянанда был вынужден уйти. И в то время Нитьянанда, он путешествовал по всем, по всей Бхарате, Бхарат-варша. И когда была борьба на война на Курукшетре, Баладев он такую же лилу совершил, как и Нитьянанда. Баладев он ходил по различным местам паломничества от Каньякумари до Бадрикашрама, где он не был, везде он был. И такую же лилу явил Нитьянанда Прабху. Нитьянанда Прабху с этим саньяси везде ходил по всей Бхарате, по всем святым местам. И после этого, что случилось? Нитьянанда, он пришел во Вриндаван. И после всех мест паломничества он пришел во Вриндаван, поскольку он пришел ждать явления Гуранги Махапрабху. И вот Нитьянанда Прабху являл свои лилы во Вриндаване с этими пастушками все время. И вот и он без сознания день и ночь являл различные лилы, и вот когда Гуранга Махапрабху явился и совершил какие-то детские лилы, он потом призвал его, и тот, соответственно, пришел в Майпур.
Но смотрите, Махапрабху первые года жизни он не являл себя как Верховного Господа, он просто вел себя как обычный человек. Then Sivas Pandit blessing you. You can get bhakti, Krishna bhakti. By your mercy, you should do Krishna bhakti. By your mercy also I can get Krishna bhakti someday. Gaura Mahaprabhu speaking this. Then after coming back from... И вот после того, как Махапрабху вернулся с Гаи, он уже начал являть себя. А до этого была такая сокровенная лила у него, и Нитянанда, он подумал, что уже вот пришло время, чтобы ему присоединиться к лиле Махапрабху, и Нитянанда пришел сюда, но Гуранга Махапрабху сказал, сейчас в этом Навадвипе ты можешь, вы обнаружите Махапуруша. И кто-то думает, что же, кто же пришел, Шри Чайтанья Махапрабху. И что, если кто-то придет на Навадвипу, вы увидите его по его силе, по его могуществу, и все были удивлены, кто же придет. They cannot find anybody. After that they come and complain that you already speak that somebody coming, where nobody. Gauranga goes, let me go with you all, come. И вот никто не мог найти этого Махапуруши. Махапрабху сказал, пойдемте со мной, и мы найдем. И вот он сразу пошел в Нанда Ачарья Бхаван и показал, вот смотрите. И тогда Нитянанда, он сидел там, уже пришел. Я говорил об этом, о нем, вот он, этот Махапуруша Нитянанда. И Нитянанда Прабху, он постепенно, он пришел. Он, ну там в какой-то медитации, видимо, был, и он пришел в себя, и... И вот в то время, когда Нитянанда пришел, и... Gauranga. Finally, Nityananda Prabhu going into the lap of Gauranga Mahaprabhu and taking rest. Nispanda. No response. Then on and on people started understanding who is he. Gradually Gauranga Mahaprabhu explaining who is he. И читание Бхагавати, читание Чайтамриты, много шлок Вриндаванда Стакур Махашу он описывает в этих шлоках. И вот Гуранга Махапрабху говорит, что те, кто, у кого будет хоть какая-то связь с Нитянандой, даже запах какой-то связи с Нитянандой, я не оставлю таких людей. И этот Нитянанда, вся вселенная Ананта Брахманда, она может поклоняться Нитянанде. Брама, Шанкар, все прочие, кто нет, все поклоняются Нитянанде. Мы не можем понять характер Нитянанды. Understand what is the mood of Nityananda is big danger. That's why it's called Avadhut Siramani. Avadhut. Nityananda Prabhu, it is written that Nityananda Prabhu is whole life. И вот Нитянанда Прабху всю свою жизнь безупречен. Но те демоны, они хотят,
найти какие-то недостатки, как Гуранги и Нитянанде. И вот когда Нитянанда Прабху начал жить в доме Шива Сангана, Шивас Пандит, он и там. И вот в то время он являл такую Бал-Ялилу, вел себя как ребенок, он пил молоко от малини. Но у нее не было детей в то время, но когда Нитянанда, он подходил к ней из-за любви, у нее появлялось молоко в груди. Из-за ее такой материнской любви, и Нитянанда Прабху, он пил это молоко, он вел себя как ребенок, но обычные люди не могли понять. Но Малини могла понять, она смогла осознать, что он Сакшат Баларам. Но здесь Малини иногда как и Шачимат, они кормили Нитянанду сладости, а Нитянанда был эти сладости раскидывал, они обижались, что случилось, я дала вам поесть, а есть, а вы раскидали эти сладости. Ну, вот это давали не мури, вот кхой, это такой дутырис, такой аристократический дутырис, он раскидывал. Еще Чимата сказала. А Нитянанда Прабху сделал так, что все эти раскиданные сладости, они опять собрались в горшок. И вот он однажды хотел сделать массаж стопам Шачиматы, но Шачимата убежала. И однажды Шачима смотрел на гору Нитянанду и видела их, как Кришна Баларама. И Гуранга Махапрабху спросил, что случилось. Смотри, Нитянанда Баларам и Гуранга, и Кришна, они являют там свои лилы. From the house of Malini Ma. Malini Ma crying, all the pot gone. Однажды у Малини этот Нитянанда забрал горшки, все. И всю посуду Нитянанда опять вернул. И так он шутил, подшучивал с этими преданными. И вот Нитянанда, он он явил одну очень важную лилу, и вот он гуру, и он находился всегда с Гурангой Махапрабху. И они совершали свои лилы, санкиртан лила уже началась. For Kaji, you know, for to deliver Kaji, Gauranga Mahaprabhu arranged one big, you know, procession. И вот чтобы спасти Кази, Гуранга Махапрабху вместе с Харидасом Такуром, Нитянандой, они со всеми остальными преданными, они организовали большое шествие, и Нитянанда, он вел эту процессию. И в Читании Бхагавате говорится, что иногда так много людей, они не понимают Нитянанду, они не могут понять его умонастроение. И Нитянанда Махапрабху в Нандачари Бхаване иногда спал
и разбойники пришли, чтобы забрать украшения с тела Нитянанды. И вот эти разбойники решили, что этот Авадхут так много украшений на нем. И вот когда Нитянанда заснет, они решили забрать все его украшения. И вот они пришли. Но когда они зашли и увидели Нитянанду, они видели какую-то великую личность, Вайкунтха Паршат с оружием. Они подумали, что лучше им уйти. Они подумали, что этот Аватху там отдыхает, а тут рядом с его комнатой стражники стоят и решили не соваться туда. Они увидели этих Вайкунтха Паршадов с палицами и саблями. И те, кто пришли, чтобы украсть эти украшения у Нитянанды, они также ослепли и по дороге упали в какой-то колодец. И таким образом это великолепная лила. Кто-то критикует, что этот Аватхут Саньяси, зачем украшения ему носить? Но нет, это не... Он носит их не для своего наслаждения. Гуранга Махапрабху говорит, что это не украшения, это они олицетворяют собой девятисложные бхакти. Они в форме этих браслетов, цепей и прочих украшений. И Гуранга Махапрабху, он предупредил, вы не знаете славу Нитянанды. Если вообще Нитянанда сделает что-то необычное, вы не можете думать об этом, критиковать его. Если вы хотите быть спасены, вы должны принять прибежище у Нитянанды, поскольку вы не сможете получить спасение. И вот после этого, когда Гуранга Махапрабху принял решение принять саньясу, это Махарадж кратко говорит, и вот когда Гуранга Махапрабху решил принять саньясу, это решение он принял в доме Чандрашекарачарья Бхавани. И вот он там решил принять саньясу. И вот Нитянанда Вадхут был там, Шивас Пандит и все остальные, Чандрашекарачарья. И вот после этого Гуранга Махапрабху ушел, принял саньясу и ночью через этот Нидая гат он пересек реку. Нидая значит бессердечный также. Махапрабху он не бессердечен, но сам факт того, что Махапрабху принял саньясу и оставил всех, это одна из причин, что этот гад называли Наридоя гад, такой бессердечный гад, через который Махапрабху оставил нас навсегда. Но после того, как он совершил эту саньяса лилу, Нитянанда Прабху, он находился с Махапрабху. И потом, когда Гуранга Махапрабху, он принял саньясу, Нитянанда был там. И после этого, когда Гуранга вернулся, так много лил здесь, и Нитянанда. И Гуранга, он после того, как принял саньясу, он хотел отправиться во Вриндаван. И он сказал, что я принял саньясу, чтобы служить Верховному Господу всем сердцем. И поэтому я принял эту саньясу. Мукунда севан мрута койля брахан. Прабху кахе,
и что Господь сказал, что принять саньясу значит посвятить себя лотосным стопам Верховного Господа. И это наивысшее посвящение мы должны показать. И наша единственная обязанность, единственное решение и Нитьянанда, и Гуранга Махапрабху, они отправились во Вриндаван. Но Нитьянанда сделал так, как назад его вернуть. У него был план. Нитьянанда пошел спереди и говорил всем пастушкам, если Господь будет проходить здесь, спросите Вриндаван, покажите, что это там, чтобы он далеко не ушел. И вот Махапрабху шел, воспевал святые имена и спрашивал, где же Вриндаван, куда идти. И эти маленькие мальчики, они, как и сказал им Нитьянанда, показали не туда. Гуранга Махапрабху, он находился в таком божественном экстазе и пошел, куда ему показали, и пришел опять на Навадвипу. Я обнаружил Адвайта Гасай там. И Гуранга Махапрабху спросил: «О, Ачарья, вы тут, как вы знаете, что я во Вриндаване?» И Адвайта Гасай засмеялся. И это наша великая удача, что ты пришел в Навадвипу. Он сказал: «В Навадвипу, я же во Вриндаван шел, Авадхут обманул меня». I wanted to see Vrindavan, Navadvip. I wanted to see Vrindavan, Jamuna. Advaita Gosai, it is also Jamuna. И Махапрабху сказал, что здесь это Локананда, с одной стороны Ямуна, с другой Ганга. И Нитьянанда Прабху, он всегда пытался как-то позаботиться о лиле Махапрабху. И в итоге, когда Гуранга Махапрабху и Нитьянанда и все остальные, они пошли в Пурушоттам Даму, поскольку Шачимата, она сказала, чтобы он жил в Пурушоттам Даме, в Нилачале, поскольку так много преданных приходят и уходят, и я могу узнать о тебе, что там, и по желанию Шачиматы. Шачитани Махапрабху решил жить в этом. Prabhu himself. So Sachimata speaking, that if you stay in Nilachal Dham, then many devotees coming and going. В Пури, поскольку много преданных ходят между Пури и Майпурами, я могу узнавать новости о тебе. И вот в Адвайта Бхаване, оттуда все преданные, они Sachimata cooking, all devotees are dancing and doing kirtan. И вот все преданные танцевали, совершали киртан, и Гуранга Махапрабху, он оттуда отправился в Нилачал Дам, и Нитьянанда, он тоже пошел с ним. И когда Нитьянанда следовал за ними, все тоже шли, и по пути Гуранга Махапрабху, он дал данду саньяса, данду подержать Нитьянанде, чтобы он ее посторожил какое-то время. Сейчас он сказал: «Я сейчас приду», и вот через какое-то время. Есть две концепции здесь. Кто-то говорит, что Махапрабху омывался в Суварнарекхе, а кто-то говорит, что в Чандабаге. Есть различные точки зрения, где Махапрабху обмывался, но я хочу гармонизировать эти два мнения. В Чайтанье Бхагавате говорится в Чандабхаге, в другом писании, в другое место. А Кришнадас Кавираджа Госвами говорит под руководством Under the strict guidance of
Вриндавандас Такур я пишу, и поэтому никто из них не говорит лжи. В различные калпы, поскольку это лила вечна, наша Гуруварга говорит так, что мы не должны сомневаться. Если будете сомневаться, то будете сомневаться в авторитете Кришнадаса Кавираджа Госвами, что он может неправильно что-то написал. Нет, это не так. В различные калпы все меняется. Во Вриндаване тоже можно видеть, что Вастахаран Лила в двух местах совершалась. Одна в Калядахе здесь, а другая где-то в другом месте. Это имеется в виду полный Вриндаван, а не тот город, который сейчас там. И другая Вастахаран Лила где-то там, рядом с Байгауном, где Расастхали Баладева, где-то там достаточно далеко. Убегал. Бихарбан, after that Бихарбан, you will have to go more and more. After that you can get this Lila spot. Vastaran Lila. И вот там можно найти то место, где это Вастахаран Лила совершалось также. И вот такие, так Сиданта такова, что мы должны так думать, что в какие-то калпы лила здесь совершается, в какие-то калпы в другом месте. И так это чередуется, и поэтому мы не должны сомневаться. И когда Гуранга Махапрабху, приняв омовение, вернулся, спросил у Нитянанды, где же моя данта, возвращай. И Нитянанда сказал, не знаю, где она, как, не знаешь. И вот Нитянанда сказал, что не знаю, куда данда твоя пропала, как я тебе ждал. Ты ответственен за хранение данды. И Нитянанда сказал, мы оба полны према, и мы обнялись с другом, упали, и эта данда сломалась на три части. Как на три части? А где они? А я выкинул все в реку. Как ты их все выкинул? Да. И эта лила очень полна значения. Нитянанда явил такую лилу, что когда Нитянанда говорит, когда мы, ты из-за экстаза, из-за божественного экстаза упал на меня, я на данду, эта данда сломалась, и я выкинул ее в реку. Почему Нитянанда говорит так? Нитянанда говорит, что данда значит, что когда мы контролируем свой ум, речь и тело, кай манавакья, и естественно, это наша саньяса, она, это человек саньяси. А когда триданда, что значит, это вот как раз триданда значит контроль речи, тела и ума. А почему Махапрабху выкинул эту данду, поскольку она бесполезна? И Нитянанда, он дает нам такую прекрасную сиданту. Перед тем, как разломать эту данду на три части, Нитянанда говорил и смеялся, говорил с дандой и смеялся. «О, данда, можешь ли ты? Мой Господь, он носит тебя, это плохо». И вот перед тем, как разломать эту данду, он сказал ей, что мой Господь носит тебя, это плохо, поскольку он Верховный Господь. И вот он разломал ее на три части, чтобы... показать, что преданным нужно саньясу принимать, а Верховному Господу нужды нету. И поэтому Нитянанда разломал эту данду, и после этого Махапрабху явил такую лилу гнева. И вот он сказал, единственное сокровище, которое у меня было, я саньяси, у меня
было единственное сокровище, и тот не один. Его у меня, давай, иди вперед, я потом пойду, либо я пошел, а ты оставайся. А Нитянанда сказал, что лучше выйдите. А мы за вами пойдем. И вот Нитянанда сказал, что Прабху, давайте вы идите, а мы за вами как-нибудь. И вот Нитянанда совершая санкиртану со всеми другими преданными, они пошли за Горангой. Но когда они дошли до того места, откуда видно чакру храма Джаганатха, Махапрабху увидел, он упал без сознания. И потом, когда опять пришел в себя, он пошел в храм Джаганатха. И когда он увидел Джаганатха, Махапрабху показал нам своим примером, как нужно видеть Джаганатха. Видеть Джаганатха — это не шутка. Махапрабху показал нам, когда Махапрабху смотрел на Джаганатха, Махапрабху видел Джаганатха, он видел Радха Алингана Виграху, что Кришна, играющий на флейте, обнимающий Радхарани. Но когда мы видим Джаганатха, мы не видим ни рук, ни ног, только глаза его. Према — это все тело от премы, от переполняющего его чувства. Это тело Кришны, оно приняло такую форму. И вот кто? Джаганат. Он Нанданандана Кришна. И такова лила. И вот после этого, когда Махапрабху упал без сознания, Махапрабху увидел Джаганатха стоя за Гарурой Бхагаваном. Это такого правила. Если мы хотим видеть Джаганатха, мы должны стоять за преданными. Когда Гауранга Махапрабху смотрит, когда Кришна обнимает Радхарани, то Махапрабху не смог потерпеть, он побежал в храм к нему, чтобы обнять Джаганатха, и споткнулся там и упал. Все панды начали орать на него, что тот к Джаганатху прикоснулся, держите его. И Сарвабхаума Бхаттачарья там случайно был, они хотели как-то его выкинуть из храма, но он сказал, что остановитесь, это смотрите, необычные, уникальные симптомы на его теле. Сарвабхаума Бхаттачарья, он был очень могуществен. Он остановил всех и взял, он проверил, Махапрабху дышит или нет, и Сарвабхаума Бхаттачарья не было чувства, что он Верховный Господь еще. Он только думал, кто он такой, такие сатвик викара, такие статические чувства не могут быть просто у обычного человека. Потом он подумал, что кто же он такой? Он не понял, что Махапрабху, он сам Верховный Господь. И после этого Нитянанда и все остальные пришли к храмам, к главным воротам храма Джаганатха. Они узнали, что их Господь, их Господа Махапрабху уже Сарвабхаума Бхаттачарья к себе домой унес. И вот там Сарвабхаума Бхаттачарья, он проверил, Махапрабху дышит или нет. И он увидел, что он еле дышит. Его оставили там, и Нитянанда, и со всей группой, они пришли к храму Джаганатху. Они не хотели пойти в храм Джаганатха, и Господь их сердце Джаганатху, он был в доме Сарвабхаума Бхаттачарья, и вот они пришли и видели, что их Господь там в таком бессознательном состоянии.
Because full consciousness is there. When you are growing full consciousness, externally no consciousness. Вот Махараджи говорит, когда мы, вот Бхамаргите мы, когда находим, что мы, чем больше наше внутреннее сознание развивается, тем меньше наше внешнее, чтобы полностью погрузиться в Кришналилу, если мы полностью погрузимся в нее, то наши внешние факторы, они не будут иметь никакого значения для нас. И вот в этой Бхагавад-гите описывается, как Радхарани, она разговаривала с пчелами, и Удав, видя это, он был удивлен, что такая баба. Удав, он буквально сошел с ума, видя эту лилу. И вот там, и вот они начали совершать киртаны в доме Сарвабхаума Бхаттачари, и тогда Махапрабху, так или иначе, услышав этот санкиртан, он пришел в сознание. И таким образом Нитянанда всегда находился рядом с Гаурангой, и когда Господь совершал какие-то лилы, спадал где-то без сознания или еще что-то, Нитянанда его как-то заботился о нем, поскольку без Нитянанды, Нитянанда он олицетворяет собой бесконечность, всю Вселенную, буквально место, где может находиться Гауранга, он Анантадев, и вот на основании Анантадева, если Анантадев явится в нашем сердце, то тогда мы можем призвать Верховного Господа, наше сердце, оно очень мало, как какая-то мельчайшая частица. И когда Нитянанда, он явится в нашем сердце, тогда вся тьма развеется, и мы обретем такую силу, которая, вот как в этом киртане говорится, такую силу, которая может спасти всех обусловленных душ этого мира. Как вот в этом киртане говорится, что вайшнавы настолько могущественны, что могут спасти всех душ в этой Брахманде. Они могут спасти, но эти, кто хотят спастись, они тоже должны хотеть этого. И вот Нитянанда совершал такую лилу, всегда заботился о Махапрабху. Вот санкиртан совершалось, и Махапрабху внезапно упал без сознания, и Нитянанда, он подхватил его. И вот Сачима, видя однажды, когда Махапрабху, он упал без сознания, она подумала, что он может сломал себе что-то. Или еще, когда Махапрабху падал на пол, то ощущение было такое, что как будто землетрясение какое-то. И вот Сачима, она переживала, чтобы он ничего себе не сломал. Это было такое ее чувство. И вот Нитянанда заботился о Верховном Господе так. И вот такая лила продолжалась. И во время Радха-ятры также Нитянанда смотрел, чтобы все было хорошо там. И также я хочу сказать о лиле Нитянанды, чтобы вы осознали, какое великолепие там, когда все преданные через какое-то время, не в этом году, а через несколько лет, было такое правило, что наш... Шивананда Сен,
Была такая система от всех преданных, он вел до Пурия, и вот все шли по направлению к Нилачалу. И Нитьянанда Прабху тоже шел с ними посередине пути. Такова система была, что они где-то останавливались, готовили что-то. Шивананда Сен и другие преданные не ходили просить подаяния. Какие-то продукты для приготовления. Но тем временем Авадхут Нитьянанда разгневался и сказал, где же этот Шива? Шивананда не говорил, просто спросил, где Шива. Я очень голоден, давно его нет уже, я тут проголодался, что ж у нас не кормит. Пусть его сыновья помрут за его такую задержку. И вот Нитьянанда, он явил такую лилу гнева, и тем временем Шивананда пришел, принес все, что они насобирали, и все преданные там были, чтобы это все приготовить, и тем временем Шивананда Сен обнаружил, что его жена безудержно плачет и спросил, почему. Вот Авадхут проклял нас, что наши сыновья умрут. О, глупая женщина, остановись. Пускай если из-за Нитьянанды они умрут, то это благодатно для нас. Мы очень удачливы, если наши сыновья по милости Нитьянанды умрут, то это великая удача для нас, и чего ж ты плачешь? И вот он подошел к Нитьянанде, а не Нитьянанда, он ударил ногой этого Шивананду, сказал, что он очень голоден и зол, что ж ты тут нас не кормишь? И вот Шивананда Сен засмеялся, сегодня ты даровал мне такую милость. Сегодня ты пролил на меня свою полную милость, когда Нитьянанда Прабху, он являет лилу гнева, это одно из проявлений его милости, как Рагунат. Нитьянанда, I cannot trace you out. Today I trace you out. I am going to give you a big punishment. Come to me. Нитьянанда спросил, где ты находишься. Не мог тебя найти. Сейчас тебя нашел и накажу. И когда он подошел, Нитьянанда поместил свои лотосные стопы на голову Рагунатха Даса Гасая. И таким образом, несмотря на то, что он являл лилу гнева, он проливал милость. И Вриндаванда Стакур также, у него была похожая тактика. И таким образом, Нитьянанда Прабху, он таким образом пролил милость на него, но Шриканта был у него этот родственник, он очень обозлился, видя, что Нитьянанда ударил его родственника. Он очень важный человек в группе сочетаний, поэтому вот он обозлился и отдельно решил пойти. И когда они пришли к Гамхире, Махапрабху сказал: «О, Шриканта тут разгневался очень, позаботься о нем». И он понял, что Махапрабху уже узнал об этом, и вот мы знаем, что в любое время
Нитянанда Прабху, он может явить свою милость, он может пролить свою милость на нас, он может явиться во сне нам в форме Гуру Вайшнавов, но это не все могут понять. Еще я могу сказать одной лили из Минкетан Рамдас. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, когда я был в своем предыдущем ашраме, был большой праздник, и все гуру вайшнавы были приглашены. И, естественно, наш Минкетан Рамдас, он главный спутник Нитьянанды Прабху, он тоже приглашен был, у него флейта была в руках, он пришел, и все встали, поскольку он как Шукадев Госвами, ему было 16 лет всего, но когда он пришел, все риши муни, они встали, чтобы выразить почтение Шукадеву, они знали силу Шукадева. И вот также, когда... Что я хочу сказать? Минкетан Рамдас, когда он пришел в наш дом, в наш храм, и все выразили почтение ему. Он был полон любви. Но он вел себя иногда достаточно странно, и после этого гуники Гуна Нан Миша, он был пуджари, он не выразил никакого почтения Минкетан Рамдасу. И тогда Минкетан Рамдас не разгневался, но сказал достаточно жестко, что этот тот, кто не встал, когда я пришел. А, то есть тот, кто увидел Баларама, он должен встать, чтобы его поприветствовать. И вот он сказал, что вот тот, кто не встал, чтобы видя Баларама поприветствовать. Он только это сказал, ничего больше. И мой брат, он тоже, у него нету полной веры в Нитьянанду, он сомневается. И кто это сказал? Кришнадас Кавирадж Госвами, что у моего брата нету должной веры и почтения к Нитьянанде. Я сказал ему, что, о, брат, из-за этого ничего хорошего у тебя не будет. И когда этот И вот, когда они не выразили его почтение, он взял, разбил свою флейту и ушел. Еще был такой Абхирам Такур, который у него был какой-то is not going to say any proper respect of Nityananda, then gone. Then Krishnadas Kaviraj Goswami speaking, Shei Kale Mor Bhata Huilo Sarvanas. That time, then and there, when Minkatam Nanda's gone, then my brother was... У нее тоже то ли палка какая-то была, то ли еще что-то. Если он прикасался к кому-то, ею он Кришну прямо обретал. И вот этот Минкетан Рамдас, он обиделся, сломал свою флейту и ушел. Same brother, go Nityananda, you are going to express full respect to
И вот Кришнадас Кавраш Госвами своему брату говорил, что смотри, Гор Нитянандани, два брата, если ты имеешь огромную веру в Горангу, то почему ты не выражаешь так уже почти Нитянанди, что это плохо? И тогда я решил оставить всякое общение с тобой, и тем временем ночью Нитянанда Баладев, он явился во сне ко мне, одетый в синюю одежду, и сказал: «О, Кришнадас, вставай! Иди во Вриндаван, ты там обретешь все». Я проснулся, это не был сон, я чувствовал Нитянанда Авадхут, он явился передо мной, он поместил свои лотосные стопы ко мне на голову и сказал, чтобы я встал и шел во Вриндаван. И таким образом. Что случилось? Нитянанда, он пролил свою милость на Кришнадас Кавираж Госвами, Рагунатха Даса Госвами, Вриндавана Даса Такура, кого нет. И вот по милости Нитянанды мы можем узнать и обрести все. Наивысшую тату, что нет. И по милости Нитянанды мы можем обрести все. И вот сейчас я хочу сказать какую-то сокровенную сиддханту об этой лиле. Кто-то может сомневаться, что Минкетан Рамдас пришел. Не Баларам пришел, а он почему? У нас сомнение может возникнуть. Что Минкетан Рамдас пришел, Нитянанда Баларам не пришел. Почему? Минкетан Рамдас говорит так. Такое сомнение может возникнуть. Почему Минкетан Рамдас говорит, что это... Ну что-то, кто-то не выразил почтение Нитянанде. Какова сиддханта? Сиддханта в том, что Нимкетан Рамдас, где бы он ни приходил, Нитянанда был в его сердце, понимаете? Всегда и везде Нитянанда, он находился в его сердце, Минкетан Рамдаса или Вриндаван Дас Такура все время. И поэтому внешне можно видеть, что Минкетан Рамдас пришел, но его Господь внутри его сердца также пришел. И поэтому Нитянанда Рамдас, он сказал так. И я хочу сказать еще о свадьбе Нитянанды. Какие-то материалисты, они демонического склада ума, они сомневаются в женитьбе Нитянанды. Они сравнивают его с какими-то материалистами, как возможно Нитянанда принял саньясу, а вот саньясу. И такие люди пишут кучу книг на эту тему, а я ответил на их ереси, поэтому меня многие считают врагом. И вот Нитянанда Прабху, его свадьба, и вот какие-то люди критикуют его, что говорят, что это невозможно, что Джанавай Васуда были его ученицами, а не женами и прочее. И вот все вайшнавское общество дало мне указание, чтобы я опроверг их утверждения. Но Махарадж написал и стал врагом этих авторов. И только Бхарати Махарадж сказал, что это обязанность великого ачарья.
И вот я перед Туласи говорю это, что это обязанность Ачарьи. Нитянанда помогает тебе совершать это служение. Только Бхарати Махарадж сказал так, и никто еще. Все как-то хотят увильнуть, ускользнуть, исчезнуть, но никто не посмел свое имя в этой книге как-то упомянуть. И вот если вы любите Нитянанду и Гуранга Махапрабху, почему вы боитесь тогда? Хотя это ясно говорится, что если вы сделаете что-то для Нитянанда и Баларама, то нет никакой силы в этой вселенной, которая может причинить вам вред. Но вы боитесь, поскольку у вас нет веры в Верховного Господа. Такова Сиддханта, Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами. Такова Шрила Прабхупад говорит. Они боятся, поскольку они не верят полностью в Верховного Господа до тех пор, пока у вас нет такой безраздельной веры в лотосные стопы Нитянанды, Баларамы и Гуранги. У вас нет способности писать об этой абсолютной истине. Шрила Прабхупад говорит, что если вы боитесь, что если будете говорить об абсолютной истине, и кто-то сможет вам повредить, то если эта абсолютная истина есть, то она снизойдет и защитит нас, и поэтому не бойтесь, кто есть, чтобы как-то навредить вам. Вот такие люди сомневаются в свадьбе Нитянанды, но в Бхактираттнакаре можно найти. Эта книга Нарахари Саркарам написана, он Мадху Мати Сакхи. И Вриндаван Дас Тхакур также пишет. И вот очень красиво описываются все эти шлоки. Мы должны из И вот эти все санскритские киртаны мы должны изучать. И вот там Нитянанда, он Аватхут. Он Аватхут, и кто говорит Вриндаван Дас Тхакур? Смотри, какие-то люди, они, будучи ачарьями, так себя ведут. Они даже против Ясадева Вриндаван Дас Тхакур Махашивы. Хотя Вриндаван Дас Тхакур, он пишет, и Кришнадас Кавираж Госвами пишет так. И также в различных местах можно найти бесчисленные документы, свидетельства, что оно не могут поверить, как Нитянанда мог жениться. Они думают, что Нитянанда, он какой-то обычный человек. И первое, Нитянанда, он Аватхут Саньяса. Первое, что мы должны понять, Нитянанда, он Аватхут Саньяса. Он Аватхут Саньяси. Аватхут, вы знаете, кто? Это тот, чьи действия никто не может понять. Никто не может понять. Он зовется Аватхут. Его сердце полно любви к его Господу. И это, если кто-то критикует его, это ему все равно. This is called sannyas. И это зовется саньяса. This is called sannyas. So Shivas Prabhu is вот Shivas Prabhu. Shivas Prabhu, он наивысший саньяси. Грех, он. You don't know Siddhanta.
Адвайта Прабху, он тоже, хотя Верховный Господь, он тоже Махавишна. И Шанкар Бхагаван, он саньяс, хотя Шанкар Бхагаван, он в воде грехаска, но он лучший саньяси. Никто не понимает этой сиданты. И первое, почему? Поскольку мы спорить начинаем, а если у нас какие-то аргументы возникают, то или логику мы пытаемся как-то подключить к пониманию абсолютной истины, то эта абсолютная истина, она исчезает от нас. И вот первое, то, что они за пределами всех правил и предписаний. Они за пределами правил и предписания. Кто говорит это? Кришна. Перед кем? Перед Удхавой. О, Удав, тот Парамахамса, тот, чьи действия ты не можешь понять. Иногда Гьянаништха или Бхактиништха. И вот в этой шлоке говорится. Линга значит признаки. Что кто с... Они вроде саньяси, но те ватхуты могут вести себя по-другому и со всеми, то есть эти все признаки ашрама, в котором они находятся, они могут оставить все эти признаки, поскольку они, их жизнь полностью посвящена Гуранге, даже во сне. Они не могут подумать о чем-то корыстном. Это называется настоящая саньяса. Что такое саньяса? Обманывать людей, ходя с дандой в шафрановой одежде. Это разве саньяса, где полное посвящение себя Верховному Господу? Артхолава ияси, бхамия пири деси деси. И вот Шрила Бхакти, вот в этом стихе говорится, что некоторые так ходят, ищут, где бы побольше денег насобирать. Но смотрите, Нитянанда Вадхут Саньяса. Как Нитянанда, он женится на одной женщине на тысячи или вообще не женится, это не столь важно. Поскольку Гуранга Махапрабху говорит, будьте внимательны, если Нитянанда, он примет даже какую-то женщину, бывшую мусульманку, или семье Яванов, кого-то или еще откуда-то, то есть или Нитянанда будет пить вино, и вот выпьет вино и примет какую-то мусульманку, то все же даже в этом случае Махапрабху говорит, чтобы дать нам предостережение, не то, что Нитянанда сделает так, это не то. Гуранга Махапрабху предупреждает, даже если он сделает так, но все же вся Вселенная, что говорить о всей Вселенной, даже я буду уважать его. И это сокровенное учение, данное Гуранге Махапрабху. Кто-то может манипулировать этим. Кто-то так искажает сиданту. Вот Махарадж сравнивает, что кто-то сиданту может изменить. Но
ну, как сидха на Бенгале, значит, вареный буквально. И так вот некоторые люди кидают сидханту в одну емкость и варят ее. Но это не то. И вот Нитянанда, он думает, однажды Гуранга Махапрабху позвал Нитянанду и сказал, что он сказал, никто не знает. Однажды Гуранга Махапрабху в Гамхире позвал Нитянанду и сказал, и там... И вот наша Гуруварга говорит, не без наставления Гуранги, Нитянанда ничего не может сделать. Понимаете, что я хочу сказать? Какой-то знаменитый ачарья, который ушел из этого мира, он сумасшедший был, его мертвое тело ушло. И вот он говорил так, что это не обязанность Гуранги давать указания Нитянанде жениться. Я сказал, что нет, это тоже указание. Это указание Махапрабху. Все, что благоприятно для бхакти, преданный может сделать это. Не должно быть никаких аргументов. Я привел случай с Судама Випры. Однажды Кришна сказал, мой друг, я очень голоден, что делать? До просады еще далеко, мог ли ты пойти вот домой и жареного гороха, чулы принести для меня? И он подумал, что если меня заметят, подумают, что его, ну, что делать, я голодный. Вот он пошел, это сюда пошел воровать горох для Кришны. Кришна пошел, это жене гуру сказал, что вот у тебя там горох воруют. И поймали этого Судаму. И когда Судама сказал Кришне, что ты сказал мне пойти своровать гороха для тебя, и ты также сказал, что меня поймали за воровство этого гороха, что за судьба такая? А Кришна сказал, я хочу проверить тебя, сколько любви у тебя есть ко мне. Я знаю, что ты можешь сделать, а я хочу также узнать, что ты не можешь сделать для меня. Если Кришна сказал ему жениться, то он женился. Мы думаем, мы должны думать о том, чтобы сделать, чтобы Махапрабху был счастлив. И Гуранга Махапрабху говорил, о, Вадхут, не приходи сюда, ты должен находиться в Бенгале, чтобы проповедовать бхакти. И Вадхут он не нарушил. И Махапрабху каждый год давал наставление, о, Вадхут, тебе не нужно приходить сюда, зачем ты, я всегда с тобой, почему бы тебе не жить в Бенгале и помогать, проповедовать. Там никого я не могу найти, кто достоин, как ты. Махапрабху говорит, я могу показать Чайтанья Бхагавати и Чайтанья Чаритамрите. И там нет никого, кто мог бы объяснить чувство моего сердца. И ты должен идти проповедовать всеми преданными, я уже с тобой всегда. И действительно так, когда Гуранга Махапрабху, мы когда видим Гуранга Махапрабху в Пури, в Нилачале, то это было прямое доказательство, когда Нитянанда был там, когда Нитянанда танцевал, то Гуранга Махапрабху являлся там. Когда Шачимата готовит, то Гуранга вынужден явиться там. Когда Шачима готовит, Махапрабху вынужден прийти и принять это прасад. Когда Нитянанда танцует, он тоже должен явиться там. И также врага
Рагаваргриха. Там тоже нити Махапрабху должен быть, и те, кто достаточно удачливы, они могут видеть меня там, когда Нитинанда организовал Дадхичира Утсав. Он позвал Гурангу и сказал: приходи, садись. Никто не Нитинанда с йогуртом, с этим плющеным рисом. Он предлагал это Гуранге. Люди видели, что он кидает это на землю, но нет, Гуранга Махапрабху был там и ел. Но никто не мог видеть это, только Аватхут видел. И таким образом в этих трех местах Махапрабху он обещал, что он всегда он будет находиться там, и удачливые души могут видеть. Гуранга Махапрабху, он дал наставление. Это если что-то, на что значит, если кто-то думает, что это нелегально, незаконно, а что такое законность? Я уже начал, что законность или незаконность, мы должны выкинуть их в мусорку ради служения Верховному Господу, и тогда мы чисты, преданные. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я начал с этого, что если какие-то обычные люди могут сказать, что вы что-то нелегальное, незаконное делаете, но если это делаем для того, чтобы Верховный Господь был доволен, то пусть люди говорят, что они говорят, и мы не должны обращать внимания на это. И вот Нитянанда женился из-за того, что саньяси не может заходить никуда, для домохозяев проще для них проповедовать. И все остальное, естественно, саньяси они остерегаются того и всего и прочего. Гуранга Махапрабху по его указанию Нитянанда женился, и доказательство таково, и место тоже в Калне вместе с Сурьядаса Пандита. Там можно увидеть место женитьбы Нитянанды, место свадьбы Васуды и Джахнави. Он Верховный Господь. И Васуда и Джанави, они необычные какие-то люди, Ревати и Варуни. Они вечные жены Нитянанды, и также в тонкой форме Нитянанды. Он там в Расалиле в форме Ананга Манджари. И вот Вриндавана Стакур, он явил себя внутри Вриндавана Стакура, был в Ясадавая Кусума Пирасака. И мы не можем посчитать, подумать, как это возможно. И вот это место есть, все знают об этом, это известный факт. И Нитя Шакти, Вечная Шакти, Нитянанды, оно Джанави Деви и Васуда Деви. Я Махарадж написал в этой протестной книге, не было тогда тех... Ну, не А, даже в то время, если вы на видео сняли там свадьбу Нитянанды, то эти глупые ачарьи, они и то бы не поверили. И те, кто думает, что Нитянанда обычный человек, как мы, не может жениться, то это глупо. И, но Баладев Нитянанда не могут сделать все. Много раз Гуранга Махапрабху говорил о Авадхут. Ты делаешь так, чтобы я танцевал. Иногда Нитянанда говорит о Прабху. Yes, I'm going to take you. You are going to make me dance all the time. Вот Маха, Нитянанда просил, чтобы Гуранга, чтобы Нитянанда просил, чтобы Гуранга взял
То есть Гуранга просил, чтобы Нитьянанда взял его с собой, но на парикраму по всей Индии, то Нитьянанда, когда он просился, Махапрабху сказал, что я знаю, если я возьму тебя, ты все испортишь, я знаю тебя. А Нитьянанда говорила, кто же будет данду твою носить и емкость для воды. Но Махапрабху, все-таки его упросили, и он взял Кала Кришнадаса с собой в помощь. Но тоже он попал в проблему, а Шрила Прабхупада говорит, что мы все Кала Кришнадаса, он олицетворяет нас всех, которые могут попасть в майю. Майя, она вокруг нас, если мы сможем обрести полную милость Нитьянанды, то тогда эта майя, она будет разрушена. И что мы по милости Нитьянанды мы все можем обрести. И еще хочу сказать очень нечто очень важное. Все преданные, они должны думать снова и снова. Мы должны думать. This body, и вот это тело, оно, когда я пришел в это место, где происходит Харикатха, так много шакалов вокруг гавкала, было шакалов много. Если там пройти ночью, то эти шакалы могут съесть нас, и никто не найдет, что с нашим телом случилось. Это будет праздник для шакалов. Если они съедят наше тело, и Бхактивинод Такур, он говорит, вот эти шакалы, если они кого-то ловят, для них это большой праздник, если они съедят наше мертвое тело. В Бхактивинод Такур в одном из киртанов говорит об этом. И таково состояние этого материального мира, но все равно все выражают свое ложное эго. И Бхагавата Шлоки из Бхагавата. Но кто обретет милость Нитьянанды, тот обретет его милость, он не будет выражать никакого ложного эго. Нитьянанда Авадхут, он настолько смиренен, настолько милостив, больше, чем Гуранга. Кто такой Гуранга? Мы не знаем, кто такой Гуранга. Мы знаем Нитьянанду, поскольку Нитьянанда, он выражает все. Когда Джагай Мадхай, они ударили Нитьянанду по голове, то что случилось? И тогда Гуранга Махапрабху, он призвал свою Сударшан Чакру. И вот Джагай Мадхай увидели, что они увидели, что это Сударшан Чакра явилась, и Нитьянанда, он взмолился Гуранге: «О Господь, это лила, в этой лиле ты уже пообещал, что вы не будете использовать никакого оружия, вспомните, вы должны даровать прямо им». Он сказал: «Пожалуйста, простите». И Махапрабху отправил свою чакру назад. И Гуранга Махапрабху сказал: «О, Джагай и Мадхай». Джагай это делал, а Мадхай хотел помочь ему. И вот они явили такую лилу.
И они попросили прощения, и по просьбе Нитянанды Баларама Гуранга, он вынужден был пролить на них свою милость. Когда кто-то обретает полную милость, и Нитянанда Баладев, кто обретает его милость, он очень удачлив, поскольку он очень просто избавиться от всех препятствий майи. И вот нирваликам значит без какого-то лицемерия. Сарватма ашита падам значит, все, мы полностью предадимся. И вот если мы разумны, то мы поймем сарватма ашита падам, это то же самое. Сарватма ашита падам значит, когда мы полностью предались. Сарватма ашита падам значит полное самопредание. И после полного самопредания мы можем обрести такую силу. И вот вот нирваликам значит нишкапат, это то же самое, кто-то нишкапат, кто-то может ну, смотрите в этих значений два у этих шлок два разных значения, хотя они практически одинаковые, но все же отличаются. И вот если у нас не будет стопроцентного самопредания лотосным стопам чистых гуру вайшнава или Нитянанды, то мы не обретем милости. Это невозможно. Мы должны помнить это, иначе мы попадем в опасность. И также это наставление это обет Нитянанды, что вся ответственность, она на мне. Будьте уверены. Это моя ответственность, чтобы спасти вас. Единственное, что вы должны делать, это предаться мне и воспевать святые имена. И вот эта обязанность гуру вайшнавов организовать наше спасение, пересечение этого материального океана. Вриндавана Стакур пишет. Вриндавана Стакур Махашой говорит. Те, кто хотят пересечь этот материальный океан и плавать в океане Премы, то я дам им совет, чтобы они поклонялись Нитянанде и любили Нитянанду. И иногда я говорю эту шлоку. Премам будо вихарани яди читта бити чайтанна чанда чарне курутан рагам ниттананда чарне курутан рагам банчакал кудроши ке басиндраши паситан бхавна кудроши. Any question? No?